Посвятая служба информации телерадиокомпании «Гомель» у студии Александр Гамоля. Доброй раніцы. Выборы депутатов Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания у Гомельской области прошли на высоком уровне. Яны полностью легитимны и отповедают белорусскому законодавству. Такое меркование выказали на пресс-конференции у Гомеля наглядальники от СНД. Подробности в наступном сюжете. На встрече с журналистами международные наглядальники отзначают, порушения у законодавства в ходе выборов яны не зафиксовали. Выборший процесс проходил на высоком уровне. Подкресливают профессионализм супрацовников выборкама, высокую явку и изладженную работу службов, которые обеспечивали проведение выборчего процесса. По особистых уражениях наглядальники от СНД кажут, выборы у Беларуси – это свято. И проходит яну традиционно доброзычливой и спокойной атмосферы. У нас нет никаких замечаний к проведению. Процедуры выборы, безусловно, легитимны и проведены очень на высокой профессиональной организационной основе. У нас было время очень внимательно ознакомиться с работой участков, беседовать с людьми, причем с любым человеком, который находился на участке, начиная от руководителя, секретаря и членами избирательной комиссии. Беседовали с людьми, с избирателями, выезжали на там, где были голосования на дому, никто никого не заставлял ничего, как там голосовать, за кого голосовать. Высочайшая организация на всех участках. И следование букве закона во всем. Агитация, стенды, информация. Такую высокую оценку отримать было непросто. За 3 месяца в регионе сделана великая работа. На 17 округах створено больше за 1000 выборчих участков. Каждый уладковали в отповедности с законодавством и потребованиями безбарьерного осяродя. С больше как 80 претендентов стать кандидатом у депутаты до головного дня дошли 65 человек. Переможцами стали 17, среди их 5 женщин и 1 представник политической партии. 7 человек обрали на черговый термин. Конкурс на округах складал от 2 до 5 претендентов, и каждый переможца может уверенно занять депутатское кресло. Победители во всех 17 округах получили, значит, более 50% голосов избирателей. Несмотря на то, что сегодня порог вот этот 50% отсутствует, а победителем признается, значит, кандидат, получивший прямое большинство голосов избирателей, выборы прошли за явным преимуществом, то есть тех или иных претендентов. Згодно с данными областной выборшей комиссии, удел в выборах на Гомельщине приняли свыше 800 тысяч человек, те 75% выборщиков. По оценкам специалистов, гэты показчик говорит об высоком интересе громадян до политичного життя краины. Настасья Кучинская, Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. 5-й белорусско-финляндский экономичный форум пройдет 13-14 вересня у Гомеле. Удел в форуме примут больше як 40 представников финских компаний из разных галин экономики. У тем лику вытворчести промыслового и энергетичного обсталявания, автокомпонентов, транспортно-логистичный сектор. Форум пройдет у громадско-культурном центре. С белорусского боку примут удел компании Гомельской области, а так само представники Министерства энергетики, Министерства сельской господарки и харчавання, Национального агентства инвестиций и приватизации. Планируется, что на форуме пройдет встреча первого наместника министра замежных справ Беларуси Андрея Юдаченки с наместником держсекретаря МЗС Финляндии Мотти Антонином. У регионе протягивается реализация потребования указа президента Республики Беларусь номер 100. Згодно с документом, у населенных пунктах ведется снос пустующих и старых домов. Яны не только псуют внешний выгляд вёсок, але и несут погрозу житю и здоровью жыхароў. Тему протягне корреспондент телеканала «Мазыр» Илона Шавловская. У вёсцы Старасілі проживает каля 30 человек. У параўнанні с іншими населенными пунктами с аналогичным лёсом гэта немало. Хоть колькость жыхароў змяняется с каждым годом. Периодично з'являются пустующие участки. Гэтаму, например, больше як год. А про дорогу пустка тут только недавно завершили демонтажные работы. Дамы пустые и непригодные для проживания. После проведения усіх юридичных процедур зносятся. Начало действия указа по сегодняшнее время у нас снесено 64 ветхи пустующих домов с надворными постройками. Вот мы сегодня находимся в деревне Мицки. В этом населенном пункте у нас снесено 22 жилых дома.
С 2014 года у районе снесено 480 пустующих и старых домов. Наибольш пленный в этом плане был 2014. Большая частка вызволенных земель уводится у сельхозоборот. Есть и иншие варианты развития подей. Передача земли для ведения особистой подсобной господарки або будовництва нового жилого дома, посадка на участках молодого лесу, ти добропорядкование зоны отпочинку. Порядка 45% вовлекли сельскохозяйственный оборот. Примерно 1% это предоставление земельных участков гражданам для строительства обслуживания жилых домов. У нас есть такие положительные моменты. Порядка 50% было в лесохозяйственный оборот, но остальные земли были переведены в земли запаса. По данных на початок вересня этого года у районе выявлено больше 260 домов, которые имеют прикметы пустых и старых. Больше за все таких домов у Советским и Скрыгаловским сельских советах. Отбивается отдаленность их от райцентра. Если взять в разрезе района, что населенные пункты, которые расположены в пригородной зоне, это Козинский сельский совет, Протковский сельский совет, часть Каменского сельского совета, то там проблема не стоит в таких домах, они, там сказать, не появляются, находятся другие собственники, активно идет перепродажа. А если взять, к примеру, Скрыгаловский, а Советский сельский совет, то там, да, там количество ветхих и пустующих домов, и там, конечно, и произведена значительная работа по сокращению их. Невыкарыстанные земельные участки перетвораются в несанкционованные звалки, зарастают и псуют эстетичный выгляд населенного пункта. А кроме того, безгосподарное значит еще и небеспечное. У таких домах нередкие пожары и выпадки травматизма детей. Да и земля повинна приносить корысть. И только систематичная работа в этом накерунку дозволяет тримать на контроле ситуацию со старым жильем у районе. Илона Шаловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр», специально для телерадиокомпании «Гомель». У Лебединой сажалцы Гомельского парку пополнение. Сегодня тут поселился новый лебедь. Птушцы всего 2 месяца с роду. За 10 годов это первый выпадок, когда лебеди у неволи дали потомство. С новым жихаром парка познакомились и наши корреспонденты. Подожди, аккуратно. О, посмотрите. О, какой. О, ну, какой хороший. Гэты лебедь нарадзіўся на свет 2 месяцы таму. Яго бацькі – каранныя жыхары лебядзінай сажалкі, аднаго з самых маляўнішых куткоў Гомельскага парку. Выпадак, як кажуць супрацоўнікі палацава-паркавага ансамбля, унікальны. Не дзіўна, што хваляванняў і клопатаў хапіла ўсім. Сегодня у нас это праздник для всего дворцового парку ансамбля. Мы выпускаем птенца-лебедя именно в пруд, который родился. Мы прибегли к методу инкубации с помощью известного гомельского птицевода, и вот на свет появился этот птенец лебедя. С моменту нараджения и до заселения у водоем маленький лебедь жил на даче за городом под пильным наглядом опытного специалиста. Орнитолог Владимир Адамович Гоман занимается птушками с самого детства. Проз его руки прошли голубы, паулины, фазаны, а левось с лебедями пришлось иметь справу у першиню. Когда ты любишь, само сердце подсказывает, что ему необходимо дать. Вот так примерно. Даешь даже ту кашицу, которую даешь детенку новорожденному. Получаешь результат. Оно растет, ты видишь это все. До речи, имя юному лебедю еще не придумали. Вырешили, что выбирать будут коллективно, шляхом голосования. На сегодняшний день у лебединой сажалцы Гомельского парку проживают 2 черных и 3 белых лебеди. За здоровьем птушек и их рационом сочит специальная служба. А администрация парку тем часом настойливо рекомендует не кормить птушек непризначенным для этого кормом. Узамен лебеди будут радовать отпочивальников и охотно позировать перед объективами. Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». У гостях у пана Завальні. Центральная городская библиотека имя Герцена на вечер перетворилася у старожитный майонток. Рыцары, выставы, театральные и музычные представления. Все это «Библияноч 2016». Чем еще запомнилось это свято, расскажет Катерина Сапельникова. Разгадать таємницы майонтка библиотека запросила усіх. Квесты, чаровные поверья, онлайн-викторина, абсолютно розные загадки чакали гостей. Самые маленькие отправились в Украину каламбуры разом с котом Леопольдом. Так само можно было зазернуть на кубочек горбаты до травниц. Жанчыны раскрывали головный секрет життя, як стать по-саправдному счастливым. Это перелюдная трава, как болотная незабудка. Кто ее найдет, то
будет счастлив. Вот и все. Акрамя того, можно было трапить на дивный рынок, где каждый мог ти пояс, ти горшок, ти лапти зарабить самостоятельно. Ляльки обереги, этничные и драуляные упрыгоживания, творчий кермаш с майстер-классами рыхтовали рамесники усёй Гомельщины. Так само у майонток библиотеку заехал погостить Олег Белавусов. Ён представил фотопортреты князёв и рыцарев. Але, вядома, особливо цікаво было назирать за сапраўдными героями истории. Самый закоренелый миф – это то, что рыцарь был неподвижным. Из головы людей никак не получается его искоренить, хотя на самом деле все это абсолютная ерунда. В доспехи можно не только воевать, в доспехи можно еще и танцевать. Сапраўды, якое ж свята без танцев и песень. Шляхетский баль, запальная фламенко, фолк-проекты и молодевые перформансы. Кожный мог почуть любимый ритм. Але галоўнае, дякуючы библиотеце имя Герцена, кожный мог опынуться у машине часу. До гэтага вандравання супрацоўники рыхтаваліся 2 месяцы. И больш за тое, практычна усе декорации и костюмы стваралі самі. Чудесно, что они дарят, наверное, свое тепло и свое внимание не только людям, которых знают они, а и всем окружающим. То есть делают, наверное, этот вечер таким волшебным именно сотрудники, которые перевоплотились сегодня в таких чудесных персонажей. Катерина Сапельникова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Упершыню у Беларуси открылся проект «Видовочная и неверогодная оптика». Новая выстава у Гомельским палаце Румянцевых и Паскевиша обяцая назаўжды разбурыць уявление об тым, что наука и чараўніцтва несумяшчальная. Наш корреспондент Настасья Кучинская пераканалася у гэтым на практыцы. 30 инсталляций подрыхтаваны вытворцами знакамитого варшавского центра «Коперник». Его визитная картка – сумяшчэнне науки и мастацтва. Проект «Видовочная и неверогодная» у Польши наведали десятки тысяч глядачов. Зараз такая махшима з'явилась у гостей Гомельского палаца Румянцевых и Паскевичев. У першиню у истории музея правило руками не шапать, не денежая, как потомать полное уражение от выставы. С экспонатами треба взаимодействовать. Там найди себя в зеркале. Внешний экспонат простой. Но когда он заглядывает и может почувствовать явление, он может увидеть иллюзию, он может разглядеть какие-то законы научные, каждый эффект какой-то, но все равно это эмоция. То, что побуждает, собственно, дальше человека идти и развиваться в данном направлении. Экспонаты позволяют убачить уластивости светла, погулять с колерами и светловыми променями. Наведвальники выставы могут покрутить велизарные калейдоскопы, крывые люстерки и створить аутопортрет незвычайного колеру. Больше за все, конечно, это уражает школьников. Очень понравилось. Все такое необычное. Если бы уроки физики в школе были бы такими же, как здесь, то было бы очень хорошо. Выстава «Видовочная и неверогодная оптика» будет працавать у Гомеля до 30 кастрычника. Уже зараз у организаторов есть планы привести у Гомель наступный подобный проект. Настасья Кучинская, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Першым у гэтым сезоне гомельскім дэрбі парадаваў аматараў другі тур чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. На паркеце спорткомплексу «Лакаматыў» сышліся ВРЗ і беларуская чыгунка. Супрацьстаянне вагонарамонтнікаў і чыгуначнікаў заўсёды носіць прынцыповы характар. Гэты матч апраўдаў усе чаканні балельшчыкаў. Дарэчы, на трыбунах было шмат людна. За гульнёй назіралі амаль 700 чалавек. Напружаны паядынак з мноствам небяспечных момантаў завяршыўся на карысць ВРЗ. У першым тайме вагонарамонтнікі двойчы забілі і пачалі гуляць ад абароны. БЧ насядаў на вароты саперніка, аднак скараціць лік не атрымалася. Да таго ж, памылка галкіпера прывяла да трэцяга прапушчанага гола. Вынік 3-0 на карысць ВРЗ. Знаете, матч сложился очень тяжелый. Готовились к нему очень серьезно. Я понимаю, что две гомельские здесь всегда дерби непредсказуемые игры. Просто для болельщика, для всего. Но мы очень хорошо подготовились к этому. Разобрали все возможные варианты именно в БЧ. И это была апошняя информация выпуску. Для вас працаваў Александр Гамоля. Усяго вам доброго и сачыце за эфиром.